В этнокомплексе «Амазония» с утра развернулась Русь мастеровая. Наш конкурс народных промыслов давно вошел в культурный календарь России и проходит, можете себе представить, в 19-й раз. Мои коллеги заглянули на эту симпатичную территорию культуры, которую обживают 38 мастеров из разных уголков России. Это вышивка наша традиционная, Владимирский шов. Основной цвет красный, праздник, радость, любовь. Под руками мастериц расцветают на полотне различные узоры. Переливаются начищенные монеты на головных уборах, улыбаются куклы ручной работы, заливаются разными голосами глиняные свистульки. В городе мастеров всегда есть чему подивиться. Приехали сегодня на выставку Саликовского района специально посмотреть на художественное творчество, которое... Можно позаимствовать. У меня большая мечта заняться гончарным творчеством. Я как раз сегодня увидела, долго снимала, съемки делала. Мне очень понравилось. Конкурс мастеров народных промыслов – один из самых главных пунктов праздничной программы Дня Республики. Лишь в прошлом году по понятным причинам он прошел онлайн. И сегодня заскучавшим за 2 года ремесленникам не терпится помериться творческими силами. В единстве сила и красота. По таким девизам проходит в этом году конкурс «Русь мастеровая». Ваши яркие творческие проекты, ваши яркие работы пополнят и нашу копилку. Спасибо вам за то, что вы здесь. Успехов вам и пусть победит сильнейший. В течение 2 дней ремесленники будут выполнять творческие задания по специальной программе. Победителей конкурса традиционно назовут 24 июня на главной сцене Чебоксар. У каждого участника одинаковые стартовые позиции, привычные материалы, знакомые им технологии. Я дальше только фантазия.